Всем кусь, ребят, с вами Леоми, добро пожаловать обратно в нашего Пеглина Штырлина, нашего Пеглина Пипеглина. У нас сегодня 9-й Шармагеддон, по очереди на Круглодине, он тут хотел заныкаться немножечко, но нет, дружище, ты сегодня у нас пойдешь тащить. Я надеюсь, по крайней мере, не сливаться. За Круглумником мы прошли в прошлый раз 9-е, собственно, и следующий Круглодин, в общем, у нас по очереди. Что у нас еще остается из такого, чем мы не играли и что мы не видели у него, кстати говоря? Тут три шарика каких-то, по-моему, это какие-то спорные весьма шарики, в том числе здесь есть, насколько я помню. По реликам новое что-то есть такое еще? Есть вот эта вот штучка, по-моему, я ее встречал, мне кажется, но не помню, что она делает. Возможно, что просто не брал. Есть еще какой-то боссовый релик, да, но он у Круглодина отсутствует. Собственно, пул реликов боссовых у перса тоже отличается немножечко. Давайте, ребят, начинать потихоньку, в общем-то. Лайк аванса безумно приветствуется, и поехали. Ответный удар. Атакующий вас враг получает урон, равный вашим бронебубликам. Билд на full щит чисто, да? В принципе, если 100 щита набрать, то как бы приятно работать будет, да? Но с другой стороны, если ты 100 щита набрал, то тебе уже и так надо все насрать. Ну, не знаю. Ну, давайте, допустим, возьмем, без понятия, честно говоря, такой релик, который со старта тоже работать не будет, в общем-то. Но потом, может быть, сподвигнет меня больше сейчас делать акцент на щиты. Оригинально, да? Круглумник на щиты. Кто мог подумать, такой оригинальный билд вообще, да? Я сейчас еще покушал утром такую вкусняшку. Я в прошлый раз что-то там про еду немножечко начал говорить. Там мне ноги не даже дрогали, так шутка скорее. То, что тоже захотелось покушать, когда я рассказал про картошечку с курочкой. Надо будет еще приготовить. Вчера как раз таки курочки еще купил себе, собственно. В том числе для такого рецептика с ней. А вчера мне приспичило, уже некоторое время назад мне приспичило, на самом деле, наконец дошли руки сделать. Я видел как-то на ютубе в шорте, типа ленивый ролл или что-то такое, я не знаю, как сказать. В общем-то, попробовать решил сделать, то есть без такой запары, без скручивания роллов, потому что роллы скручивать реально, ну, охреневаешь, задалбываешься, много времени это требует, в общем-то. А там получилось так, что сварил рис, сделал к нему заправочку, уксус рисовый плюс сахар плюс соль, там в определенных пропорциях. Впервые так делать, честно говоря, вроде как это сильно влияет. То есть, да, на самом деле, в рис, который для суши, например, в том числе в доставках, там кладется сахар в том числе, если кто не в курсе. Поэтому суши тоже не то, чтобы какая-то прям очень здоровая еда, хоть там не настолько прям уж много, но тем не менее. Тоже, в общем-то, он там присутствует. Ну и демонизирует продукты я, конечно, тоже не собираюсь, само собой. А, так вот, в общем-то, заправил. Я еще долго думал, как его, блин, разогреть, потому что не знал, как его можно вообще греть там в микроволновке, можно ли его на сковородке. На сковородке, в общем-то, в итоге... Не на сковородке, точнее, я его погрел на это сам, в кастрюле какой-то, в итоге. Так, давайте добивать его, наверное, потому что уже мы собрали монетки, в принципе, почти все. Одна осталась. В целом нормально. А он меня уже ждет активно весьма. Так, и шаранской обороны нет, к сожалению. Обидно. Что по карте у нас? Можно на два боя пойти, на элитку, потом на сундук. Потом вопросики пойдут, правда. Но эта элитка будет менее удобной для меня. Поэтому, да, лучше, наверное, так. Хотя, если бы я пошел на нее, я мог пойти бы на бой еще. Но тогда я не попадаю на вот эту элитку и на сундук. Так что да, мы явно идем, ребят, через эту элитку. Потом вот так, вот так, вот так, вот так. И сюда на сундук, на элитку еще одну вторую. Окей, примерно такие планы. Давайте, наверное, пока что не будем улучшать. Если что, еще успеем прокачать Авалибарду. И мы обязательно идем налево, поэтому давайте не будем здесь рисковать. Пойдем просто вот так. Собственно, подогрел туксус, растворил в нем сахар, соль. Заправил ресец, который специально как раз как круглозерный такой, который вот для суши, который более такой вот склеивается больше, скажем так, и так далее. И подготовил, в общем, такую условную начинку. Крабовые палочки, соответственно, на волокна их разобрал, там порезал. Накрошил нори, но при этом я не нашел листы нори, я купил чипсы нори, короче. Потому что их в магазине, блин, нигде не найти толком. А заказывать на зоне мне было впадло, если честно. Типа, если даже большой супермаркет, если это даже не может сгодиться, а супермаркет, да, есть не гипер все-таки, но супер. Там все равно нет, блин, этих самых, как его, нет листов нори. Либо они очень дорогие будут еще. А у меня они просто испортятся раньше, выветрятся и так далее, чем я их все использую, мне кажется. В общем-то, решил купить чипсов немножко. Сам потрескал, туда накрошил. Добавил туда, соответственно, сливочного творожного сыра там. Добавил огурчика. Добавил там немножко майонеза еще. Перемешал это все. И просто, когда рис немножечко подостыл, когда он стал не таким горячим, просто туда это все перемешал нахрен. И все. Потом какие-то шарики из этого слепил. И, в принципе, нормально. Ну, такие, типа, импровизированные весьма. И... Так, вот мне вот здесь вот эти монетки бы пособирать, на самом деле. Потому что мне надо идти налево будет обязательно. Поэтому монетки, если собирать, то только сейчас можно. Ах, ты 14 все-таки собрал урон. Ладно, добили в итоге случайно. Носит плюс 1 урон за каждый бронебублик. Плюс 3 будет в итоге. Ну, у меня сейчас щитов нет, мне щиты нужны.
Давайте не будем торопиться это брать. Как-то, ну, вроде-то можно плоским уроном так лупить, да? Но это надо, чтобы у меня защиты было очень много. Ну, плюс 300 урона он даст, 2-4 статы сами по себе у него. Звучит как какой-то отстой вообще, если честно. Парные шарочки под вопросом. Ну, качаем Авалибарду, в принципе, тоже. В любом случае, это хороший шарик, который мне поможет во многих боях здесь. Минотавр может быть проблемой для меня сейчас, если мы не найдем сейчас срочно чего-то прям сильного против него, если не повезет с критом еще, кстати говоря. В общем-то, слепил какие-то шарики с, обязательно мокрыми руками, чтобы рис так не лип. Ну и соусом соевым потрескал, там еще целая куча у меня осталось. На самом деле, гораздо менее запарно и тоже очень вкусно. Все-таки вот это сочетание просто вот соевого соуса в итоге, да, получается, риса с заправкой, нори, сливочного сыра, туда огурчика, крабовые палочки там или что-нибудь такого можно. Можно и курочку, в принципе, при желании. Оно просто какое-то читерское, багическое. Я, в общем-то, доволен, да. Вроде не так запарно и при этом вкусненько весьма. Может, потом в ВК как раз-таки у себя фоточки опубликую, описав подробнее, что к чему и как. Просто как-то мне захотелось попробовать сделать, в принципе, прикольно. Хоть тоже немножечко подзапариться надо, но далеко не так жестко, как роллы крутить все-таки. Так, 78 хп, мне не нравится, что меня эти цветки жрут активно весьма, и мне до них добраться проблематично, потому что тут бомбы... О, до одного доберемся, сейчас одного вынесем. Авалибарда пронзает двух врагов. Так, мы можем, в принципе, с Авалибарда добить как раз-таки его вот таким вот броском аккуратным. Чуть-чуть монетку собрали еще, и все, в общем-то. Так, пожалуйста, шарик. Круглый щит есть. В принципе, меня он устраивает вполне себе. Давайте я его прокачиваю сразу же. Это нормально. И кидаем сюда. Можно вообще сделать билд на просто целую кучу круглых щитов, и это, в принципе, будет работать. Типа там 5 круглых щитов, и кидать только их. А вот и Минотавр. Есть крит, но нет камня нормального шарика, блин. Я мог бы, конечно, выкинуть сейчас вот туда, например, куда-нибудь, да? И кинуть Авалибарду 3-5. Потому что будет выгоднее? Кинуть камень на 3 урона, который соберет много урона, или кинуть Авалибарду 3-5, которая на один ход позже. Но я один ход потеряю. Наверное, не стоит. Лучше я сейчас кину обычный камень. Торопиться сбрасывать я не буду, потому что в любом случае на следующий ход я могу кинуть Авалибарду. А может быть, я не захочу кидать. Потому что мне сейчас лучше обновить стол, наверное. Чем терять шарик на хорошую. Ох ты, блин, а стол-то я не обновлю ни хрена. Ну, можно попытаться, но шансы прям невысокие. Можно отсюда пытаться рикошетнуть, можно еще как-то. Давайте вот так. Есть, хорош, попал. Правда, у меня есть кусочек проломалось, но оно восстановится еще. Ну, не восстановится, точнее, оно не помешает мне. Главное, чтобы крит был на рогах. Крит на рогах есть, отлично. Окей, да, оно не помешало, видите, абсолютно никак. И эрку, эрка есть, отлично. Так, теперь, да, еще один крит, спасибо. Кидаем 3-5 шарик, почти его добиваем и при этом получаем сколько-то щитов. Следующая атака по нам не фул пройдет. Он не так много стакает щитов, но факт в том, что он наносит урон. И ты просто этот шарик кидаешь, он постепенно сам по себе разгоняется и в целом работает неплохо. И сейчас мы его почти добиваем. На следующий ход надо добить обязательно. Эрка, 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 эрка. Эрка будет? Не будет. 108 урона, 41. У него хп остается. Должны добить сейчас тогда. Ну, с критом добьем точно, я думаю. Тут как бы он не... полетел. Ауч. Ну и почти. Ладно, давай камень сюда. Крит камня. Ну, здесь уже добьем точно, да. Пособирали хотя бы монетки. Но 34 хп, честно говоря, опасно. Так, крит, резинка, мне это все не нужно. Давайте круглый щит качаем. Вопрос, могу ли я не хиляться, задефаться всем, что у меня есть. Криты обновляют стол. В принципе, это без минусов. Это такая медленная, слабая штучка. Типа, ну, криты я буду критовать иногда, в начале особенно. Это хотя бы вторая эрка. Давайте я возьму себе это просто как временный вариант, чтобы оно меня так не засаждало с эрками, собственно. Потому что все-таки это приятно и... Хоть я раскачиваюсь, но крит удалить у меня далеко не обязательно получится в этом забеге. Глаз черепахи в начале забега, в принципе, пойдет, хотя небольшой фанат тварелика. Так, мы хотим здесь направо пойти, чтобы... Или налево. Если я пойду направо, и у нас здесь будет вопросик с случайным выбором... А, нет, тогда нормально все равно. Тогда, если даже пойдем направо два раза, то будет не страшно. Скип один лишний вопросик я не хочу, но по вопросикам ходить вместо боев, конечно, не очень хочется тоже. Так, окей, повезло. Можно удалить камень. Можно получить себе шар, сам как его, мономяч. Но меня он не интересует точно. Так, и здесь просто идем налево. В принципе... Так, теперь вот обязательно налево надо пойти со следующего вопросика. А, окей, хорошо, здесь бой вообще. Повезло. Так, давайте этот камень, наверное, я сбрасываю все-таки. На следующий ход я не знаю пока, что захочу кидать.
Аркарка у нас крутится, одна получается, да? Ну, то есть в виде крита, а вторая остается на месте. Получается такая вот забавная ситуация у меня. Я сейчас еще после записи этого видосика планирую пойти на почту. Мне там приехал, должен был еще один металлический наборчик прийти, любопытный весьма. И еще парочка таких типа лего-аналогов, да, по «Как приручить дракона». Соответственно, Беззубик и его фурия вот эта вот беленькая. Два таких наборчика должны приехать. Давно их ждал весьма. Несколько раз заказывал на Озоне, но там продавец что-то как-то не отправлял их ни в какую. В итоге заказал на Алике, нашел. В общем, дожду тоже потом, соответственно, поделюсь в ВК-группе у себя фоточками. Если кто захочет, то может, соответственно, вступать, ребят. Там будет все постепенно так выкладываться тоже. Когда соберу и так далее. Так, у нас тут как бы мне... И обновить бы стол, и добить его желательно. Летучую мышь. С критом я смогу ее добить, не знаю, вот с авалибарды. Можно попробовать, в принципе. Вот так кинуть. Да бомбу-бомбу. Ах ты, бомбу поджег, но не вынесли. Так, наверное, все-таки придется мне хиляться, потому что рисковать, честно говоря, сейчас особо не хочется уже. Давайте я вот здесь соберу монетки лучше вот так вот таким броском, чтобы он дальше прокатился. Да, так можно тоже кидать вполне себе в этом бою. Так, а вот теперь давайте их уже гасить агрессивнее. Бомбочку жахаем. Потому что это все-таки все еще 50 урона, и это достаточно много. Тут получится не очень удачно. Я могу вот эти шарики сломать, но тут их мало. Они не дадут мне щит, и мы не добьем слизня при этом, скорее всего. Давайте лучше закинем, может получится лучше бросить так. Оп, получили щит и не добили. Слушайте, нам даже, возможно, с таким успехом придется дважды хиляться, а не хотелось бы очень. Жалко, что сейчас два урона просто улетают в никуда абсолютно. У этого 80 хп. Много зараза. У меня еще щита есть. Мы один ход можем продержаться. Окей, нормально. Крит, 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 крит. Есть, крит, хорош. Это обновляет нам стол. Именно это мне нужно было от крита сейчас. И, в общем-то, валибарду кидаем. Она просто будет сильнее. Гарантированно добиваем. Мы не будем собирать монетки сейчас пытаться. Надо будет хиляться. Мы зато много монет насобирали. В принципе, один камень удалили. Начало в целом нормальное. Есть свербул округляет. Он за обновление доски дает себе круглицу. То есть в крит тоже можно кидать. Ну, если стакаем чисто, да. Самокритичность не хочу. Шарик на зеро, спасибо за криты. Да, база урона зависит от урона, который вы получили за бой. Множество урона увеличивается с уровнем. Контр на сферине, ни разу с ним не играл. От урона, который вы получили за бой. Это как будто противоречит тем самым, как его, бронебубликам, если честно. Как будто мне это вообще не подходит, то есть. Давайте хильнемся. Я думал что-то из этого взять, но на самом деле так как-то немножко не то, что хочется все же. Идем по сундукам, много будет реликов. Главное найти что-нибудь вкусное прямо вот. Эрку дополнительную будет вообще замечательно. Это всегда хорошо. Яблочко. Яблочко, кстати, тоже пойдет вполне себе. Плюс 15 хпшки. Это 15 сразу же захиленных хп при этом вроде как. Поэтому мне сейчас-то в тему вполне. Короткий фитиль пойдет. Ничего такого сверхъестественного. Здесь я не буду пытаться взорвать бомбу, потому что шанс маленький, а есть шанс при этом попасть в магазин, который мне нафиг не упал. Так, тут на крит шанс есть, но низкий весьма. Ну, давайте кидать так. Мне еще касаемо, ребят, оказывается, щитовика элитки написали, которые зеркало, да, держит. Оказывается, что у него все-таки есть отзеркаливание штырей. То есть ты бьешь штыри с одной стороны, а задеваются с другой стороны в том числе. Я это не заметил, скорее всего, из-за того, что у меня был подарочек. И с подарочком ты не замечаешь, что у тебя штыри исчезают, потому что они прочные. И этот эффект был не так бросался в глаза, скажем так. Так что вот так вот. Все-таки на нем такой эффект присутствует. Это радует. Но, конечно, все остальные моменты, которые я говорил в прошлой серии, касаемо изменения боя. Я, правда, сам бой полноценно еще не видел. Да, может быть, что-то из этого и так у него имеется. Они все равно актуальны. И действительно, мне кажется, что бой может сделать гораздо интереснее. И его стоит, наверное, немного переделать тоже все-таки. Так, мне в крит особого смысла кидать нет, но тут просто обновить стол. А лучше, наверное, в эрку обновлять стол, знаете почему? Потому что если она-то не перемешивается, крит перемешается, есть шанс, что эрка появится на столе вот здесь, на рогах могла быть. Так не получилось. Больше шансов было, что на рогах будет какой-то шарик мне подходящий. Так, ну мы должны его сейчас либо добить, либо на следующий ход уже гарантированно. 87, окей. Так, и теперь добиваем. 5 урона, буквально хватает одного штыря сразу же. Так что будем смотреть, как у нас будет меняться элитка. Надеюсь, что ее все-таки поменяют еще. Круглый щит, герой щита. Полностью на это билд. Ну, в принципе, мне как бы это устраивает. Я буду и сам дамажить, и буду щиты себе стакать, и буду рефлектовать во врагов во враточку. В принципе, звучит нормально, типа, это будет работать.
Нацелен так и наносит атаку врагов поблизости. Ну, это у меня не работает сейчас. 1 плюс 0 за каждый грит на столе. И есть брокколи. Я, конечно, сразу же, я увидел брокколи, я сразу понял, что это я возьму. Но другие релики я тоже должен был прокомментировать. За обновление доски. Круглица задает. У меня есть обновление доски при помощи крита. Можем в крит, в принципе, кидать. Это, конечно, нас будет замедлять частично. Да, потому что у нас шарик будет слабее бить. Если мы кидаем в него. Зато это, в принципе, такое обновление, которое позволяет мне и стол поддерживать, и вот еще и брокколи будет разгонять. В принципе, неплохо. Старт весьма хороший, я бы сказал. Вот как-то так. В целом, я доволен сейчас, как у меня выглядит забег. Мы яйцо, кстати говоря, не встретили. Мне еще написали, что, может быть, мы повар не встречаем, потому что, собственно, я сам повар, да? Ну, тут так это... Порохло, скорее, у меня нет поварского образования. Хотя, если бы я сейчас выбирал себе какой-то вот вуз и так далее... я бы выбирал именно, скорее всего, кулинарное, потому что это то, что мне было бы интересно и пригодилось бы независимо от какой-то деятельности и так далее. И вот узнать какие-то моменты, именно, знаете, такие вот базовые готовки, какие-то вот сочетания специй, что к чему, как лучше сочетать, как вот это вот именно чувствовать и понимать, а не просто по гайду делать, типа там, это подходит туда-то, это туда-то, все, значит делаем так. А вот понимать и чувствовать это лучше все, сочетание и прочее. Вот это я бы не отказался очень изучить. Даже подумал книжку на такую тему поискать, потому что мне это интересно чисто. Двойная шарапира, самоубийственный шарик. 8-12 статы, охренительные на третьем уровне. Но когда достается, наносит самоурон, равный задетым штырям. То есть сколько у тебя штырей отсутствует, столько ты получишь урона, уменьшенного в 2 раза. То есть у тебя 100 штырей нет, получил 50 урона. Он обновляет доску, но тебе получается так, что... чтобы кидать этот шарик, тебе надо так, чтобы у тебя доска была и так обновленная. То есть он, в принципе, может сочетаться, например, с каким-нибудь с колесом эфира, которое обновляет доску, когда покидает стол, но тебе надо так, чтобы ты достал эту шарапиру после колеса из эфира. То есть ты типа буквально кинул колесо из эфира, следующим броском должна быть двойная шарапира. Либо же ты должен сбросить шарик, либо два шарика и достать ее. И прикол в том, что она наносит тебе урон, не когда ты кидаешь ее, а когда достается, то есть она в любом случае тебя продамажит. Это такая жопа, если честно. Я не представляю вообще, как... Не, я могу представить, где это может сыграть, в принципе, как это можно сыграть. Но это настолько ситуативно. Хоть и шарик с большими статами, но все равно это какая-то, ну, типа, какой-то мем просто. Ну, в стиле Пеглина, в стиле разрабов Пеглина, да, чисто. У нас мы сейчас ждем, соответственно, элитку какую-нибудь сратую на первом этаже, да? О, убрать шар, слушайте, повезло прям. Правда, мы получаем урон, конечно. Но два вопросика на удаление камней на первом этаже, это мега фарт. Просто очень приятно. Могли получить по лицу сейчас по рогам в том числе. Но второй забег подряд мне весьма так везет с вопросиком в этом плане. Так, придется камень в любом случае кидать. Да, хотелось бы мне щиты себе настакать. Может быть, стоит сбросить сейчас, кинуть... камень, на следующий ход кидать круглый щит. А потом еще раз круглый щит кинуть, чтобы до удара крота кинуть два щита, чтобы у нас больше шансов было все-таки заблокировать урон. Наверное, так стоит сделать, хоть я сейчас не ударю крота, а мог бы у алебарды ударить, да, но у меня больше надежды на то все-таки, что я смогу по более-менее нормальному столу кинуть тогда круглые щиты. И чисто вот задефаться более-менее, потому что мне это сейчас важнее, у меня здоровья не очень много. А, щитов он, конечно, стакает прям медленно, очень мало. За 10 штрей 3 небронебублика, без всяких бафов, попробуй хоть один раз застакай. А надо 2-3 желательно. В идеале. Один дал. Второй давай хотя бы. Есть второй. 9 щита, окей. Единичка урон только влетает, это, в принципе, не так много. Кстати говоря, здесь опечатка, во-первых, есть равынги. Вашим бронебубликом. А во-вторых, по-моему, этот ответный удар работает после удара, когда... То есть, если у тебя 10 щита, и ты получил 10 урона, будет 0 рефлектор. Если 12 щита и 10 урона получаешь, будет 2 рефлектора. То есть, он считает после удара самого. Если так, то неприятно весьма, кстати. Давайте обновим доску вот так вот критом, чисто, чтобы побольше щитов настакать. Мы разгоняемся, мы крота вынесем очень быстро, если что, поэтому... Мне главное держаться. Воздуха немножко не хватает мне, потому что когда я начинаю комментировать, у меня начинает нос закладывать, когда я, собственно, болею. Даже если у меня так насморка нет, но начинается вот так, не знаю, как это работает, но очень часто такое замечал уже. Именно когда, собственно, болеешь. Так, давайте в крит вот так. Именно что круглый щит, чтобы щиты себе набрать немножечко. Хотя бы блокируем пичку. Сейчас будет, вот видите, один урон в него обратно вылетает. То есть это прям вообще отстойно. Даже слабее релик, чем я думал изначально. Ну ладно. 26 хп у меня, я надеюсь все-таки выжить.
Так, вторую бомбу давай. Отлично. Правда, мне трудно будет сейчас набрать себе щитов, потому что он на следующий ход уже подойдет ко мне. В принципе, я могу... А, ну я могу его добить, во-первых, да? Наверное, даже успеть. Мог бы успеть, если бы кинул круглый щит. Но я буду себе стакать защиту, потому что мне выгоднее попытаться затянуть бой и полутаться еще здесь. Лучше пускай будет так. Так, давай в крит, если попадем. Эх ты, блин, а близко было, на самом деле. Тут такой вот рикошет интересный, который можно вполне себе просчитать, но не всегда тоже получается, надо понимать. Давай сюда. Бомбочка есть, отлично. Кротам пока что не выносим с этой бомбочки, но цветка перед нами не будет. У нас фулл хилка после боя идет на этом шармагеддоне, поэтому я могу себе позволить немножечко здесь затянуть, пофармить и так далее. Так, а вот сейчас надо его добивать будет. Давайте так попробуем. 59 урона. 59 урона есть, спокойно совершенно. Окей. В принципе, такой, не скажу, что сильный сейчас первый этаж. Такой перспективный, но не хватает массового урона, наверное. Вот и массовый урон есть. Шипарик есть и око самоурона. Хочешь око самоурона? Вот не знаю даже. Это массовый урон неплохой, в принципе. Сильный весьма шарик. У него высокие статы просто, вот в чем прикол. Но ему, если... Если враг далеко стоит, если ты мало задел, то ты вообще не получишь ничего. Еще и в обратку получаешь по лицу. Давайте, ладно, возьмем. Все равно это все-таки... Погоди-ка, а он пронзает всех врагов, он не наносит урон всем врагам. Это пронзание. То есть, как сосуриный шарик, он не ударит по воздушным врагам и наземным одновременно. Так, что у нас здесь? Есть переподарок. Опа. Это прям шикарно с количеством штырей. Это круглые щиты у нас есть, это око самоурона есть, это подарочек надо брать по-любому. У меня есть эрки, в принципе, да, то есть две эрки на столе, получается, имеется. Я могу себе позволить это взять. Очень приятный старт, вот теперь становится очень интересно. И при этом у нас есть око самоурона. Это, конечно, просто гениальный, по-моему, перевод, такая игра слов. Идеально просто совершенно вписалась, как мне кажется. Так, что у нас здесь по элиткам? Две элитки слева, одна справа, две справа. Можно по трем элиткам пойти, в принципе. В конце стена, то есть можно прийти с 1 хп даже хоть. Ну нет, нельзя. Око самоурона убьет, если что. Ну, надо не кидать его просто тогда. Но вопрос в том, что я не хочу на зеркальную элитку, это будет жопище. Все равно налево надо идти, да? Две элитки, блин, опасно, на самом деле. Меня напрягает то, что у нас здесь перед элиткой идут два вопросика, и идет бой. То есть я особо так-то не сильно улучшусь, и вот с элитками могут быть трудности, на самом деле. Даже не знаю, как что получится. Ну ладно, посмотрим, в общем-то. На этой нотке пока у нас такой относительно более-менее нормальный этап. У меня есть крит, к сожалению, заблокирован щитом, кстати, среда. Пока у нас относительно так не должно быть трудно ничего. Я бы хотел сказать огромнейшее спасибо Карвалолу, как бы странно не звучало, да, такой вот никнейм у человека. Подписчику за огромнейший донат, суммарно в 6332 рубля. Это очень много, очень жирно. Я не знаю, какие люди берутся такие поддержки. Такое желание и возможности поддержать. Но это огромное спасибище, прям для меня это очень ощутимо. Написал: «Привет, Лео. Писать комменты под твоими видео я немного боюсь, а в Discord-сервере часто появляться стесняюсь. Знаю, что просить какие-то игры на канал нежелательно, но я очень хочу, очень жду Rain World за Хищника». Дальше написал: «Вот тебе донатик 444 деревянных. Это мое любимое число. Означает, у меня все получится, и я все смогу. Ты самый милый ютубер, которых я только встречал». Дальше написал: «Случайно неправильно нажал, вот правильная сумма, хотя там до этого было как раз 444, собственно». Наверное, что-то чем-то запутался, что-то не так понял, наверное, возможно. И в конце написал, собственно: «Пожалуйста, запихни все мои донаты в видео по риску Фрейну Returns, если можно». Тут немножечко, да, немножечко несостыковочка подошла, я сейчас объясню. Во-первых, еще раз огромнейшее спасибо, потому что это чудовищная поддержка. Я думаю, ты, в принципе, себя понимаешь, что это очень большая сумма. Для меня это очень ощутимо и очень-очень приятно. Рад стараться. Рад, что нравится контент явно. Так вот, Risk of Rain Returns просто на тот момент уже был закончен на канале, в общем-то, да, точнее, он как на перерыв пошел, отправился до обновления каких-то изменений. О, кого самоурон полетело сейчас, о как. Парные шаршки, я не знаю, надо ли мне. О, как качаем. Остальное не торопимся пока что. Так вот, но я нашел человечка в Дискорде, собственно, он у меня был, поэтому я написал, спросил, куда лучше вставить, потому что парору уже не получится, в общем-то. Поэтому сошлись, в общем-то, в итоге на пегельне. Поэтому вот как-то так получается. Так, кидаем дальше око самоурона свое, собственно. Я не знаю, что сказать, у меня просто... Серьезно, я когда зашел, я охренел, потому что это очень-очень дохрена. Игры, на самом деле, предлагать игры можно совершенно спокойно, это приветствуется. Но единственное, что я, конечно, не могу гарантировать, какая игра, собственно, будет и так далее, потому что у меня в месяц предлагают мне порядка 100 игр, а я прохожу одну игру где-то
раз, там, месяц-две, скажем так, в среднем, да, условно говоря, там 10-20 серий на игру. Ну, допустим, около месяца может уйти на каждую из них, но игр идет одновременно несколько еще. В общем-то, да. Но Rain World, к сожалению, у меня за хищника, по крайней мере, на данный момент в планах, собственно, нет, потому что игрушка, она на самом деле очень интересная, она дает уникальнейший опыт. Я вот как раз таки вспоминаю в этом плане Ноиту, например, тоже. Уникальнейший опыт. И ощущения, которые вот трудно где-то как-то вспомнить, но при этом все-таки игра очень маленьким спросом и интересом пользовалась, а вот там обновление вышло, когда DLC-шка Downpour, да, там добавили много новых слизнякись, там добавилась вроде как и новая локация, какой-то новый контент есть, но львиную долю все-таки, если я поиграл заново, мне пришлось бы видеть то же самое, то, что я уже встречал, в принципе. И это как бы оно просто не стоит, наверное, перепрохождения на канале, потому что пользоваться будет просто очень-очень маленьким спросом. Даже на, не знаю, там, с первой, со второй серии там уже будет очень маленький актив, меньше, чем у каких-то игр, например, там, спустя 100 видео, хотя актив со временем обычно у игры как раз-таки уменьшается. Хотя за хищника там весьма интересно могло быть, потому что новые существа еще и так далее. Но, в общем-то, надеюсь на понимание, у меня все-таки вот на данный момент, по крайней мере, в планах нет. Не исключаю, что, может быть, когда-нибудь сыграю, но пока что у меня, собственно, такого не имеется в планах, в общем-то. А так, еще раз, огромное спасибо за поддержку, это, конечно, очень, очень много. А так, не бойся писать ничего, вот сам, как его в комментариях. Некоторые боятся, что, мол, я там какой-то грозный и так далее. Я грозный только с теми, кто выражает какой-то там негатив, там что-то такое еще. А так, я очень лояльно всегда по-доброму отношусь, собственно, как со мной, так и я, как правило, стараюсь. Ну, изначально я на позитивной волне всегда, собственно. У Севершар мне вроде бы особо не надо. Парные шаршки снова предлагают. Может, все-таки и взять их, а? 3-4 статы. Они будут проще доску обновлять. Хоть что-нибудь мне-то надо ведь добавлять, а? По одиночной цели. Давайте возьмем, ладно, парные шаршки, хрен с ними, пускай будут. Хотя, возможно, что страх, например, может быть связан с тем, что просто как-то неудобно, некомфортно, потому что у меня, например, такое же есть. Особенно если автор, например, отвечает на сообщение, то мне как-то вдвойне может быть неловко, например, писать, да, когда мое сообщение кто-то там еще увидит, например, там и так далее. Потому что я сам хоть по видео так особо не скажешь, но я весьма застенчивый и стеснительный всегда человек был. В общем-то, как-то так, не раскрепощенный в этом плане абсолютно совершенно. Особенно, когда речь идет о чем-то таком вот публичном, чем-то общении с каким-то незнакомыми мне людьми, например, да, в каком-то обществе и так далее, то мне прям это всегда было безумно сложно, потому что у меня, собственно, детство связано так, что, скажем так, это трудно давалось, и на то были определенные свои причины. Школьные годы были не самые приятные в этом плане, но сейчас в целом у меня как бы так... с уверенностью в себе и так далее, нет каких-то проблем, например. Ох, ни хрена себе! Вообще ему надо этому окусу урона не так много штрей задеть, чтобы пролететь далеко. Но надо опять же учитывать, что она, походу, ищет защиты, да, получал я урон сейчас, наверное. Ну, логичнее всего. Оно типа сила его в том, что у него большие статы. 6-9. Это больше, чем у сосули шарика. Но 6-9 это не намного больше, чем у сосули шарика. У сосули шарика, по-моему, 6-8, если не ошибаюсь, да? А они по редкости, я вот не знаю, сосули шарик, по-моему, редкий. Око самурона не уверен. Мне казалось, что тоже оно редкое. Я не помню точно его стат, по-моему, 6-8 у сосули шарика. Оно пронзает первый штырь, что удобно. И оно пронзает всех врагов. А, оно пронзает всех врагов при крите. Око самурона сила в том, что оно пронзает всех и так, и без крита. То есть без крита можно играть, в принципе. Но, блин, этот урон в обраточку и то, что он может не долететь, это, конечно, тот еще мем. Но в целом я не считаю этот шарик каким-то трешом, я вполне себе понимаю, где его можно использовать, в общем-то. Так что вот как-то так. Парные шаршки улучшаем, и сейчас будет жопище, возможно. Только не в огонь давай, не надо лишние здоровечки терять еще. Окей, много золота насобирали. Еще раз огромное спасибо Карвалову, да. Кому-то Карвалов помогает в другом смысле. А мне вот подписчик с таким именем. Огромное спасибо, я просто, вот, не говорю, мне просто аж неудобно и трудно выразить благодарность. Нам пронесло, ребят, это рыцарь, но рыцарь не тот. Если был бы зеркальный, я не знаю, потому что у меня вот нет какого-то прям сильного разгона, и я не могу при этом носить минимальный урон в первые ходы. То есть я в любом случае буду дамажить его постепенно и достаточно прилично. По 400, там, 500 урона в ход могу бить. И я прям весь, все его хп постепенно бы снес и получил бы тонну массового урона. Просто охрененно много в обратку. Так, и, наверное, стоит здесь сейчас снимать их, потому что лучник плюс маг это 7 урона, если маг будет атаковать. Око самурона задамажит меня на 10, да, может на 12, ладно. С чего счета все-таки. Но оно зато может их снести. Давайте, да, давайте око самурона, короче, перекинем.
Оно должно снести, оно будет легко задевать достаточное количество целей. Мне главное, чтобы око самурона приходило после щитов моих. А не так, что два моих щита в самом конце, блин, как оно, естественно, по закону подлости будет мне приходить, да? О. С массой урона нет проблем. Надо сейчас найти какое-то вот что-то, типа, большую стабильность себе, что ли. Шаронская оборона, может быть, подошла бы. Реликвиты на щиты, само собой, это понятно. Все работает отлично. С оком самоурона, я не помню, я играл хоть раз или нет полноценно вот серию. Я его вроде бы точно брал. В самом начале еще где-то. И не понимал, я помню еще в описании, что, мол, что значит, типа, летит дальше. Потому что обычно здесь у нас не идет никакого там параметра, условно говоря, дальности полета шарика, да, что он может не долететь до врага. Но у этого шарика такая, собственно, штучка вводится. Мне очень понравилось, как, в принципе, в Пегине обыграли новые всякие там механики, статусы и прочее, когда я вернулся в игру, потому что насытил это контент, конечно, очень прилично. Давайте, ок, самурон, еще одно. Обожаю, на самом деле, Властелина колец и Хоббита. Очень мне нравится как-то и сеттинг мне такой близок. И история, как, насколько она эпичная. Я когда-то и доклад делал по английскому языку, насколько я помню, про... Я забыл имя актера, извиняюсь. Актера, который играл еще Сурмана. Или нет? Да, Сурмана, собственно, да, его. Именно. Он же был графом Дуку, насколько я помню, в Властелине, как его, в Звездных войнах. Шрамысла нам предлагают, есть Шаранская оборона. Шрамысла — это массовый урон. Он сильный, типа, но мне он сейчас уже особо не нужен. У меня есть Авалибарда, у меня есть око самоурона. Как бы странно звучало, да, у меня есть око самоурона, мне шрамысла не надо, у меня есть око. Ну, Шаранскую оборону мы берем, потому что это много дефа, это много очень разгон. Даже на стене есть смысл кидать, потому что это просто может дать мне пачку круглицепсов. Вот и все. Так, когда уничтожается щит, дает, получается 4 бронебублика. Это будет работать очень мало где. На остатке только лишь этого этажа, на следующем этаже прям совсем мало. Это гарант криты дает тебе, когда мало хп осталось. Огненная печь, не знаю даже. Философский камень. Под большим вопросом можно взять, в принципе, чтобы хотя бы деньги фармить. Потому что от вот этого толку не будет вообще. Толк только будет, если у меня где-то впереди сейчас встретятся бои с щитами. И то не факт, что мне это будет необходимо. Я не помню, на рыцаре есть ли щиты. Я помню, как у него будет арена. Там типа похожа арена, как на обычный бой один из. И там в арене обычные были щиты по бокам. У него, может быть, нет. Не знаю, не помню. Ну и до них даже надо докопаться, еще умудриться достать. Так, с небольшой паузки я еще делаю, да, потому что много говорю, и у меня кашель появляется обратно, собственно, просыпается. Ну, я пока так более-менее вроде как почти поправился, но кашель пока остается. Когда говоришь, комментируешь, дышишь и так далее, оно вот как-то начинается потихонечку. Ну, как приятно, когда ты обычно, не напрягая голос, говоришь, вот так вот, например, да? Как мой более такой естественный, естественная моя громкость, условно говоря, да? И идет звук, а не шепот, как у меня это было до этого некоторое время. Так, если после боя остались бронебулика, получите 4 ОЗ восстановите. Окей, хорошо, это такой вот вариант небольшого восстановления, который будет вполне себе работать. Кстати говоря, есть шанс. Одна бомба! Подарочек здесь очень помогает, он не позволяет сломать 4, не позволяет шарику вылететь. Ох ты, блин. Че, рестарт, да? Шаранская оборона в конце. Ну ё-моё. Так, смотрите, если я ему нанесу 1000 урона, он рефлектанет на 4%. То есть это будет 40 урона в обратку, например. При этом 1000 урона, чтобы нанести, это надо мне 250 штрей задеть без крита. 250 штрей — это 10 раз активирует нашу обилку. Это, то есть, нам даст 30 щита. То есть, соответственно, ребят, мы где-то 3 четверти урона с круглого щита блокируем. Немножечко меньше, потому что нам надо все-таки... Это 3 четверти, если мы идеально с последнего штыря получили щиты, и он упал вниз. В целом, по крайней мере, мы в обратку не должны много получить. Опять же, это если без крита. А что, дальше кидать око самоурона, что ли? Пипец, блин. Ну, кидаем, собственно. Да, действительно, рикошетится эти самые. В прошлый раз я как-то, не знаю, увлекся чем-то другим и не обратил на это внимания, судя по всему. Бомба мне полезна, но все равно эта арена, я не считаю ее какой-то прям приятной, вкусной. 15 щита, вот, да, смотрите, мы получим 20 урона или около, чуть больше, может быть. Нет, больше получили прям. Получили 29. Больновато, если честно. А, стоп! Мы получили больше, потому что мы еще круглицы встакнули, у нас урон вырос, соответственно. Из-за этого, получается, вот, у нас было не 4 урона, а 5. Поэтому обратку получил, полетело больнее. Так, наверное, я не хочу парные шашки кидать, потому что они разделятся, они наберут больше урона явно. Давайте кидаем это, и причем сразу пытаться вниз, вот так, хорошо. О, даже не долетело, вообще замечательно.
Так, теперь круглый щит. Или не надо его кидать? Давайте кинем его тоже в яму сразу же. Обновил стол, кританул. Больно будет сейчас. Но должны победить. Наверное. Так, он к нам подошел. Вот вопрос в том, что он будет теперь делать. Потому что подошел, это не значит, что он будет безопаснее. Он все еще держит щит, наверное, он начнет меня бить. Он же уберет щит. Когда начнет меня бить, нет. Может, у него еще один ход нужен просто, я не знаю. Так, кидаем шаранскую оборону. Это чисто для меня щиты. Это очень хорошо. Нам нужна она была со старта, потому что она не дамажит. Но пришла, к сожалению, только сейчас. И наберет она, кстати, маловато. Она падает как-то не очень удачно. 12 щита всего лишь набрали. И чё? Чё стоишь, смотришь? А он бить будет? Нет? Он не бьет? Он не атакует? Причем, смотрите, у него отражение не стакается. И чё? Я понимаю, что на него, соответственно, будет имбово работать, например, там какой-нибудь сыр, особенно если у тебя получится сделать здесь дырку, чтобы сбрасывать свои шары. Он не атакует и больше не стакает себе отражение. Может, он отражение стакает с каждым ударом по нему, например, именно. Я не знаю. Что несет больше урона, косом урона или парный шар? Наверное, парный шар. Я думаю. Давайте кинем их, надо добивать его пытаться. По нему нет x2, и мы не добьем его сейчас. Ох ты, сейчас будет больно. 22 урона в обратку. Так, давайте щит кидать. Откуда у меня эрки появляются? У меня есть эрки и криты временные, погодите-ка. Он мне эрки и криты создает сам? Или что? Или я уже фантазирую? Может, суть в том, что он сам тебе их создает, чтобы ты обновлял стола гарантированно и рефлектовал себя больше, я не знаю. Но он ничего не делает, когда подходит вплотную. Опять эта штука приходит, ну блин, она такая слава будет. 100 щита наберешь, плюс 300 плоского урона. Ну, сам по себе, конечно, бьет сколько-то, да? Но ты если 100 щита набрал, у тебя столько круглится, что у тебя этот шарик сам по себе будет бить на овер до хрена. Как любой другой уже. Этот плоский баф, это просто такая мини-поддержка, которая сработает разве что на призраке, и то после того, как ты уже набрал себе щитов. Такая гирис непонятная. Эти плоские бафы. То, что они вот с уровнем качаются, и все. Но их эффективность очень быстро просаживается. Так, у нас впереди будет еще одна элитка, поэтому давайте хиляться, потому что вдруг это будет снова рыцарь. Когда вы получите максимум здоровья, повысите его здоровье и количество на 1. Такое себе мультишар можно. Кажется, четвертый выстрел. Или же равновесие. Давайте лучше мультишар. У меня же равновесие. Мне статы, в принципе, этому персу не так сильно нужны, потому что он сам себе их заливает в огромном количестве. Для него не такая большая ценность. В круглицепсах обычным доступом, таким типа стреликов плюс 1, там, круглицепс, например. То же самое с ловкостью. Так, дублировать шарик. Я могу шаранскую оборону дублировать, в принципе, меня это устраивает. Давай, да. Это хорошо. Так, идем здесь, соответственно, направо. И надеемся, что элитка будет что-то другое, но если даже будет рыцарь, то я постараюсь к нему отхиляться и более-менее прийти уверенным. Так, а это новый релик. Я, походу, его не видел. Я почему-то думал, что этот релик был серым. Нет, он желтый. Бастион реакшн. After losing health from self-damage, gain bulwark equal to 2x health lost. Короче, когда ты теряешь здоровечко при помощи, от самоурона, ты получаешь себе защиту эквивалентного 2x от полученного урона. То есть, если я кину по 5 врагам око самоурона, я получу 10 урона и получу в обратку 20 щита, соответственно. Вот так вот. Окей, хорошо, возьмем. Ну, типа, не брать нет смысла. Иногда будет работать, возможно, в нашем случае даже. Хотя в целом такой релик на самоурон. Через самоурон очень трудно сделать зверь, потому что это такая прям конкретика реликов. Блин, вот два камня в колоде, даже они умудряются подряд мне прийти, чтобы я обязательно долбанный камень все-таки кинул. Зашибись. Хоть мы и получилось там удалить, да, и у нас достаточно большая колода уже набралась. Ты обычно хочешь здесь набирать более большую колоду, чтобы и меньше перезаряжаться, да, когда тебе особенно перезарядка потом будет два хода давать врагам. И... от камней избавиться, то что бывает тяжело, а так хотя бы ты... Давайте верку вот так кинем сразу же, причем. Так все-таки легко увеличить шанс того, что будешь кидать нормальные какие-то шары, а не вот эту фигню каменную. Эти снежки, да, в нашем случае. Сейчас. Ждем элитку какую-то всрату на первом этаже, да, ребят? В следующем обновлении. Мне все-таки интересно, изменит ли эту элитку, потому что сейчас это просто, блин, туша, которая типа... как зеркало, но у которого хп в два раза больше, и по нему нет x2 урона, то есть по нему у него 4000 хп зеркало. С ариной такой себе, но не стакающий бесконечный рефлект, судя по всему.
но сам по себе он ничего пока что не делал. Я не знаю даже, в чем смысл тогда подходить ему было. Может, если что-то с ним другое сделать, например, тогда он изменит свое поведение. Если, например, он направленной атакой ударит, чтобы он, типа, изменил себе, поднял оружие и начнет себя бить. И, может, он так меняет себе стойку. Типа, если видишь, что ты его бьешь направленной атакой, то понимаешь, что защищаться нет смысла. И надо тогда менять тактику, условно говоря. Может быть, так у него работает. Не знаю, еще посмотрим, ребят. Не надо мне само собой писать, говорить. Но явно просто я понимаю, что в чем-то ведь должен быть смысл того, что он к тебе подходит, да? Иначе это, типа, никак не влияет. Только укусом урона тебя легко будет до него доставать, да, например? Но я не думаю, что на это явно расчет идет. Так, и самоурон, да, видите, он... Хотя, не обратил внимания сейчас. Вот, засунули шарик со сверя, да. А, 4-8, у него базовый урон низкий. То есть, да, сила окосом урона в том, что у него, во-первых, базовый урон выше. Во-вторых, ты хочешь играть круглодином через базовый урон, а не через криты. И он гарантированно пронзает врагов. То есть, для круглодина, в принципе, окосом урона гораздо лучше, на самом деле, чем шар со сурка. Потому что тебе критовать не особо хочется, у тебя маленький урон без крита. Не будет пронзания всех врагов, будет только одно пронзание. А урон ты можешь блокировать щитами. Вот в чем соль, вот в чем вкусняшка. Давайте еще одну шаранскую, что ли. Больше шаранских богу, шаранских оборон. Полностью в деф. Но, конечно, круглодин перс совершенно не гибкий, потому что у него просто любой забег, как бы ты ни пытался, он практически всегда скатывается именно в круглицепсы и в броню, соответственно, понятное дело. Одно с другим следует. Так, давайте кидаем. Раздвоенатор сработавший, хорошо. Наберем сейчас щитов, чтобы не получить урон от этих засранцев сразу же. Это радует. Дальше идут круглые щиты, тоже они вот... Они позволяют тебе поддерживать щиты и при этом носить урон. Такие вот, ты просто делаешь билд тупо только с ними, например, и это будет работать. А если к этому найти еще, кстати говоря, сумку, которая увеличит урон последовательно одинаковых шариков, было бы вообще шикарно. Раздвоенатор, я, кстати, постоянно с ним продалбываюсь, я забываю за ним следить и постоянно забываю, как именно у него счетчик идет. У него обратный отсчет. Надо вот про это бы запомнить. Было бы удобно, если бы оно отображалось у таких реликов, знаете, чтобы не было путаницы, отображалось, когда у тебя, например, сколько у тебя из скольки заряда заряжено, например, 3 из 4, а потом релик начинает подсвечиваться, что он сейчас сработает. Так было бы, наверное, яснее, это не только этого релика касается, просто всех реликов, которые вот так вот заряжаются, чтобы было яснее, в какую сторону у него идет отчет. Он, возможно, у всех одинаковый, в одинаковую сторону идет, не знаю. Но все равно, так было бы, мне кажется, покомфортнее. Из разряда, знаете, таких вот изменений quality of life, типа качество жизни и все такое. Пока что забег не какой-то, знаете, имбово взломанный, но при этом он уверенно хорошо себя чувствует. До следующего это самого, да? О, он сдох с заряд эффектом сейчас. Окей. Я, наверное, хочу хильнуться, может быть, даже, не знаю. Давайте, да, мне деньги не особо есть куда девать, типа на магазин разу что. Как бы хочешь, найдешь себе куда потратить, конечно. Но если будет сейчас рыцарь, и он меня снесет, я буду прям локти кусать очень долго, потому что будет дико обидно. Это стена. Мини-стена перед мега-стеной, да? При этом эта стена обычно опасна, потому что она хоть как-то тебя может ударить. Но она, в принципе, на самом деле, не безобидная элита, нифига. Я бы сказал. Она вполне себе может себе надамажить. У нее арена не такая удобная. А та стена, она панели пропала, поскольку она ваншотит, то ее сделали безопасной, и на ней я ни разу не сливался в итоге. Потому что... Это же насколько должен быть слабый забег, который... Он должен, типа, ультра быть живучим и при этом медленно разгоняющимся совершенно. То есть мега-черепаший забег, который просто неубиваемый. Другим способом, кроме как ваншотом от стены, например. Вот тогда, да, тогда она опасна. А так, в целом, этот босс — это просто чистая халява. Это значит, что можешь не париться насчет хп к боссу и на то, что ты пройдешь босса в принципе. В моем случае так, по крайней мере, обычно. Раздвоенатор еще. Пофигу, что мы не наносим урон, потому что мы сейчас качаемся и потом снесем ее очень быстро. Теперь мне критовать особо не хочется оком самоурона. Причем ему, видите, у него криты актуальны ему достаточно долго, потому что у него высокий свой урон базовый. Ой, высокий критический урон, у него там разница в 3 единицы. Даже если у тебя стат 11.9, то, в принципе, кританув ты потеряешь не так много. А если у меня крит дает обновление стала, то, в принципе, даже можно критовать вполне спокойно. А пока у тебя обычный урон обгонит криты, ты можешь уже там неплохо кинуть это око самоурона тоже. Тебе тоже может пригодиться. Потому что все-таки сначала ты еще раскачиваешься, а не сразу наносишь урон огромной базовой атакой и никакущий критом. Снова два камня подряд. Теперь в конце броска, конечно, но подряд, зараза. Как бы урон, видите, такой, как бы вроде не слишком большой. Подарок сейчас очень сильно решает. Потому что у меня есть обновление стола. От подарка нет таких больших проблем. У меня, считаете, вот опять же, да, у меня одна эрка крутится, другая нет. Если было бы просто две эрки на столе, было бы труднее, возможно. Могло бы больше засадить. А так у меня одна в виде крита перемешивается.
И при этом мне проще найти дополнительные арки, хотя криты добавлять себе я не очень хочу, получается. Как бы, учитывая мой тип урона. Так, снесли совершенно спокойно. Больше, наверное, ничего брать не буду пока что. Улучшаем себе этот шарик и все. У штырей есть шанс обновиться до бомбы. Опа, рюкзак героя. Вот, я про этот релик говорил, как раз-таки в сочетании вот одинаковых шаров подряд. Но у меня проблема в том, что у меня только три шара с кем барон, которые не наносят урона. Ну это камни бафнет, и круглые щиты, если они только придут подряд. Ну и на плюс один, плюс два, как бы так себе, конечно. Лучше карманные часы, либо же поваренную книгу алхимика. Она позволит удалять штыри. Хотя у бомб есть, у штырей есть шанс обновиться до бомбы. Это как бы надо штырь удалить, потом обновить. Учитывая, что у меня подарочек, у меня штырей не так много удаляется. Давайте лучше карманные часы. У меня шарик долго летает из-за подарочка. Поэтому они дадут достаточно много импакта. Естественно, мы пойдем в огонь. 90 щита нахрен. Стене, конечно, пофигу, но... Эти щиты позволят мне монетки пособирать немножечко. Халявнее. Не парясь насчет огня, хотя в этом случае я бы и так не парился, потому что стена идет, собственно. Так, шаранская оборона. Первым броском разгоняемся, вторым бьем больно. Возможно, вынесем даже вот этого чела. Будет хорошо, чтобы мы следующий бросок снова кидали. Если мы, смотрите, прикол в чем. Сейчас кидаем шаранскую оборону, да? Следующий бросок я кидаю авалибарду, да? Если я убиваю этого рыцаря, то мы можем кинуть камень, чтобы носить урон стене. Если я не убиваю рыцаря, то мне камень нельзя кидать, потому что я сам убью рыцаря, и стена подойдет на ход на эту клетку. Я не нанесу урон, она окажется на одну клетку дальше. Если же я снесу рыцаря сразу же, да, то я хотя бы стену продамажу. Освобождать ей путь. Убивать того рыцаря, которого она сейчас потратит ход, чтобы съесть, смысла особо нет. Так что как-то так, здесь надо понимать, как именно это работает, собственно. Вроде ничего такого трудного, но некоторые не до конца догоняют, собственно. Хотя я много раз это объяснял, наверное, сейчас уже особо вопросов больше стандарт не возникает. Как именно стоит здесь позиционировать в плане логики. Воспринимать и как правильно выбирать, стоит ли убивать себе щитовика этого или нет. Ой, как его рыцаря или нет. Но мы его добиваем, можем кидать камень сейчас, значит. Но надо ли мне камень? Я все равно кину круглый щит, наверное, на разгон. Потому что камень, камень кидать, ну, несерьезно. Нафиг надо. Камни нам нужны в другой игре. Rock and Stone, да? Которая недавно появилась на канале. Я даже как-то на самом деле проникся, заинтересовался сеттингом. Вот этим вот. Потому что мне, в принципе, нравятся такие вот штучки, где надо что-то там покопать, где-то что-то какие-то ресурсы понаходить и так далее. Стилистика игры прикольная, и я не исключаю, что, может быть, однажды я и начну в Deep Rock Galactic основную часть играть. О, с раздвоенатором, хорош. Ну, это просто это сейчас будет. Не ваншот, возможно. Ой, сейчас крит будет. Этот шарик идет четко, аккуратненько вот в эту сторону, посмотрите. Ну, посмотрите на него. Я сделали, просто 16-4 урон был. 17-4 даже. Естественно, с критом. Хорош, красавчик, молодец просто. В принципе, на самом деле, если не рофлить, то это хорошо, что он попал в крит, потому что я больше денег насобираю. У нас все равно есть победа гарантированная. Поэтому мне есть смысл критовать, чтобы просто замедляться. Как бы тупо это не звучало, но да, я лучше денег пофармлю. Я потрачу их в магазин себе. Как бы... Лишними деньги не бывают. Если для тебя лишние, я не знаю. Мне трудно представить, скажем так, такую ситуацию. Если они просто даже тебе их не на что потратить, ну пускай лежат, в конце концов, хуже не будет. Тебя же не штрафуют за то, что у тебя деньги лежат просто. Ты мне, по крайней мере, я не знаю, может, где-то не штрафуют за такое, посмотрите. 210 щита нахрен. Просто весь щит собрали. Давайте сюда кинем. О, это снова, кстати, с мультишаром. И снова с критом. Ну покажи ты красивую тычку. Ну зачем ты критуешь, когда уже в принципе можно было тут деньги уже все пособирали. Ну не все, ладно. Но многие. Ну показал бы хотя бы сейчас там 1010 урона. 26-4, 1200 он нанес урона. У него дамаг мог быть 6,5 раз больше. Но крит. Ну, тут на самом деле на крит шанс попасть у него большой, потому что шарик скатывается, да, и хотя бы один из шариков из четырех из этих раздвоившихся, да, он может оказаться над критом, и в итоге по-любому в него попадет. Тут когда такие дыры, он, соответственно, в них сваливается легко, но пока дыр нет, то совершенно спокойно набирает. Заражар мне не очень подходит. Плотный, наращар, все это мне не надо, шары эти свои камни я улучшать не буду. Так, басин настойка, опасненько. У меня останется только критом обновлять. Честно говоря, звучит так себе, я бы сказал.
С одной стороны, прикольно в том, что у меня шарики застревают, как бы, да, и они могут целую кучу урона получить от исчезнувших штырей. Потому что пока там от других отскакивают, туда все. Но я бы, на самом деле, лучше взял бы кругнит. Ну, универсальнее, по крайней мере, точно не промах. Сумка торговлена? Нет, 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 нет. Очень хочется добавить настойку, но с одним обновлением оставаться я все-таки не готов. Оно хоть будет крутиться, но это считается, как у тебя был бы леденец, при этом ты по этому обновлению еще бить не хочешь, потому что это крит. Если мне придется обновлять стол, я обновляю стол, например, у меня шар носит весь свой урон, чистит стол, на следующий шар, который без крита, например, я могу кидать, там не будет половины стола, снова надо критовать. Так себе звучит. Мне нужна эрка нормальная все-таки. Ну, тут кидаем как... Ну, с кругнитом, да. Кругнит, он иногда бывает руинит вполне себе, не то, что иногда, даже регулярно вполне себе. Но чаще все-таки он безобидный или полезный релик. Просто где-то бывает шарик у тебя укатывает совершенно не так, как ты рассчитывал. Тут у нас и не должно быть проблем. Потому что 35 щита сразу же, да. На боссах у нас тоже. Хотя на боссах могут быть трудности немножечко на этих, небольшие. Потому что они совершенно быстро жрут щиты. Это раз, да. А во-вторых, их толпа целая. У них полезного хп в количестве вот на босса идет больше всего. Это самый жирный босс. Но их кондрит массовый урон, соответственно, в ноль. Другое дело, что у меня массовый урон — это два шарика. Получать, ну, призрак был бы хорош, конечно, да. Но я думаю, что мне даже не особо требуется. По-моему, мне моего массового урона хватит. А щиты у меня настолько много, с учетом подарочка, с учетом того, что это хорошая арена весьма, то мы щитов будем стакать все-таки больше, чем они будут у нас отнимать. У меня щиты во всей колоде распиханы, поэтому их будем регулярно доставать. И не думаю, что они... То есть они начнут меня пробивать ходов через, там, например, 10, может быть. Поэтому можем не париться насчет босса, я думаю, что мы его снести должны явно. Париться можно, знаешь, насчет кого? Знаете, да? Насчет той призрачной жопы, которая без арены не позволяет себе ничего сделать и бьет сразу же, и достаточно больно при этом. Вот она, да. Нам не хватает еще, вот я сказал, ребят, да, на первый этаж элитку какую-то всратую. И на 1.0 релизе, чтобы добавили четвертый этаж, и боссом было зеркало с 15 тысяч хп. Вот вообще просто. Главное, что разработчики это не слышат, потому что вдруг реально такое ничего из них там захочется. Видя их любовь к зеркалам. И то, как восторженные игроки приветствуют такие обновления, да? С зеркалами. Ну, хотя я не знаю, на самом деле, кому как в англоязычном комьюнити, например, и так далее, какие основные комьюнити у игры и самые такие крупные, да? Может, только в русскоязычном комьюнити рофлят про то, что разработчики весьма некоторые странные решения, скажем так, местами делают. Это я без понятия, если честно. Но все равно я эту игру очень-очень люблю и обожаю по-своему. Хотя она, конечно, засранка. И разработчики любят добавлять какую-то очень странную штуковину. Но все же надеюсь, что до босса зеркала они не додумаются. Ну это типа будет вообще жопище. Хотя учитывая, что у нас, кстати говоря, на втором этаже два босса, и что зеркала там активно как бы так продвигаются, то третьим боссам вполне могут добавить что-нибудь зеркалище. Это будет, конечно, очень страшно, потому что у зеркала опасность в количестве хп. Чем больше хп, тем больше рефлектануть могут, чем больше шанс того, что ты не добьешься одной тычки. И это прям неприятно. Еще на этом боссе стреля большое количество щита, если 100 щита набрать, то они будут два раза тебя стрелять, и это типа в обоих будет бить. Рефлектовать так будешь, в принципе, неплохо тоже может быть. Контр на сферине, которую получили за бой, да? Ну, не будем брать, я думаю, сейчас уже. У нас целая куча денег, кстати говоря. Можно по магазинам пойти на элитку, а потом еще на элитку, да? Или же можно вот сюда свернуть на магазин плюс... Ой, на сундук плюс элитку. Тоже вариант хороший. Давай снимем тратить деньги тогда. Пойдем на один магазин и на второй, наверное, тогда. Если получится. Огонь. Хорошо. Монетки собираем, я не против абсолютно. Вот таким образом. Эть. Нормально. Боялся переборщить. Не хотел налево пойти, потому что если я налево пойду, я один магазин скипаю точно. Так, тут зеркало первым врагом идет, но это не страшно, потому что у нас, в принципе, дамага, я думаю, спокойно. Хотя нет, не хватит дамага, скорее, с первого бровка. Я сделал дополнительный разгон себе еще при помощи круглого щита. Он меня просто в дыру зарянет, скорее всего. Да-да, видите, утягивает как. Крит сейчас. Или хватит дамага? Не хватит чуть-чуть? А нет, хватит с бомбами. Хватит. Просто не хотел кидать авалибарда, потому что подозревал, что вероятнее всего дамага все-таки не хватит. И в таком случае щит хотя бы заблокирует урон. Так, ну тут не страшно абсолютно. Око самоурона кидаем двойное. Я все время забываю на
Этот самый смотреть, да уж. Может, было бы удобно, знаете, если бы оно появлялось, например, иконка релика как-то не только вот здесь, да, где ты не обращаешь на них внимания уже просто, потому что там целая куча их, все такое. А, например, либо над головой перца, что у него вот баф появится этого релика, например, либо где-то еще так, чтобы он у тебя был вот перед глазами точно. То, куда ты фокусируешь зрение, небольшая вот часть, на которой ты как раз сосредотачиваешься, когда играешь. Потому что здесь ты про них забываешь и не смотришь туда постоянно. Когда играешь, собственно, прибежишь чар, плюс 21, кстати, серия получает защиту на доске. По-моему, раньше было меньше, нет? Я точно не помню таких значений. Это гораздо приятнее уже звучит, потому что это плоский урон, как бы, да, который трудно разгонять. И хотя бы там за 10 щитов на доске он даст тебе плюс 210 урона. Это хотя бы что-то уже. Раньше, по-моему, было вообще жопище. Хоть все равно 10 щитов это дофига. Я это врать себе не буду. Но тем не менее. Так вот, такие шары могли бы быть актуальны, например, да, и как какой-нибудь вот такой вот... Как? Как? Как можно было? Ну ладно, хотя бы тут событие хорошее. Ну навигация, ты чё? Чё за это самое? Она чё тут... Чё выкурила? Как она так полетела? Черная дыра ее толкнула. Охренеть. Ну, на слизне, да, прикольно. Вообще магнит работает, так он начинает наверх тянуть шарики зачастую. Окей, тут хотя бы редкий релик будет, но будет обидно, если в магазине в этом не окажется ничего полезного. Вот что будет обидно. А денег у меня в любом случае столько, что я могу весь магазин скупить. Хотелось бы, чтобы там было три релика полезных. Ну, хотя бы два. Не просто того, что я куплю, а что мне прям вот реально приятный эффект. Там домик для слаймов, эрка дополнительная. Плюс один урона, например, там тоже, в принципе, хорошо. Порох подойдет вполне. Много чего мне подойти может. Ну, не какой-нибудь напиток, который там закрытые эрки дает тоже урон тебе. Чтоб ты там в некоторых бросках на одно касание штыря больше нанес урона. Не такое точно. Так, это нам вроде бы не надо. Это просто большой урон. 9-13. 4 неблокируемого урона, кстати говоря. Неблокируемый урон работает с Бастион Реакшн. То есть он, ты не блокируешь его, да, но получаешь себе щиты. И щиты, если у тебя отработают, то ты, в принципе, даже в плюс будешь выходить. Но мне это не надо сейчас совершенно. У меня уже и так колода собрана, в принципе. Меч Критунец. Спасибо. Кольцо гнева. В забеге, в котором ты не получаешь урон особо. И плюс 1, плюс 0. Везение в любви. Ну, давайте, пригодится, наверное. Пускай будет. Хотя плюс 1 урона дает. Это, по сути, в большинстве забегов это лучше, чем какой-нибудь нож, например. Но не всегда лучше, чем кинжал, который дает круглицепс. Фу-ху-ху. Дополнительный вес. Есть хватательная рука, которая, кстати говоря, на этом боссе особо не нужна, потому что босс находится далеко, и если ты даже без хватательной руки кидаешь волейбарду, например, да, кидаешь ее вот так, она все равно двух боссов заденет, потому что они находятся далеко, и как бы угла хватит. Поэтому нет смысла от хватательной руки. Порох меня устраивает, да, неподъемный меч тоже. Шарик удаляем. Хороший магазин. Достойно. Так, есть ли магазин дальше где-то? Магазин есть тут, но на него я не пойду, скорее всего. Можно, в принципе, купить хватательную руку, но зачем, куда мне ее? В боях она тоже не пригодится мне особо. Там есть пара боев с летучими мышками, с пауками. Но нет, не буду я брать ее. Может быть, стоило взять, на самом деле. Я сейчас вдруг вспомнил одну момент. Это то, что стоит иногда релик брать, чтобы он тебе больше не попался. Хотя тут у меня два сундука впереди, шанс на то, что он полет не очень большой. Но имеется. Редко вопросики. Классика Пеглина. Но, в принципе, тут меня это устраивает. Потому что мы должны с ней справиться. У нас, мы даже на такой арене сейчас, с учетом магнита, будем наносить какой-то урон. Будем стакать себе щиты, можем затянуть бой совершенно спокойно. Рано или поздно нам крит все равно рядом появится, и мы сможем обновить стол в том числе, поэтому не должно быть трудностей. Вот, например, крит есть там, но я лучше кину направо, чтобы достать эту эрку попытаться. И мне, тем более, крит этому шарику не подходит совершенно. Даже уже сейчас. А, и бомба, кстати, ряда. Бомба, которые вот так вот, они жахают. Бомбы вот эти вот с порохом, они очень приятны. Потому что когда ты на кубах идешь, у тебя куб целиком взрывается. Но здесь у меня он взрываться сейчас целиком не будет. Он получит весь урон куба, но не взорвет его, потому что у нас есть подарочек. Поэтому если шарик застрянет внутри куба, взорвет бомбы, он из куба самого не вылетит и при этом получит целую тонну урона просто. Это бы на око самого урона было бы шикарно, конечно, получить такой эффект. Так, давай вот сюда кидать, как-то получится, может быть, не получится. Но мы все равно какой-то урон нормально наносим постепенно. Она, конечно, меня сейчас пробьет. Но вроде не так уж прям страшно. Другое дело, что вот эти штыри сломать очень тяжело, потому что у них хп восстанавливается, когда ты... Давай так, в бомбу. И в эрочку, отлично. Когда ты следующий бросок начинаешь делать, у них хп снова троечка, в общем-то. Снова они прочные полностью. Снова круглый щит, парные шаршки. Лучшить камень? Нет, я буду его всегда сбрасывать.
Ну ничего из этого не надо, буквально. Их я оценивать буду. Два крита на стол. Давайте пылесборник лучше. Он будет нам массовый урон добавлять как раз таки. Будет добавлять взрывы. Это звучит приятно. И я кину вот как-нибудь вот так, чтобы точно не обосраться и пойти на элитку. Давай кого-нибудь крутого. Только не призрака. Пеглин. С Пеглином мы разберемся сейчас просто вперед ногами. Надеюсь. Ока с урона первым броском. У нас там была единичка. Да-да, у нас поэтому это самое как его. Удвоение. Целая куча бомб. Ох, сейчас... Ох, блин, может лучше было шаранскую оборону кидать. Мы сейчас его с первого броска не снесем случайно? Не, не снесем немножечко. Не хватает там урона, но это было сильно. Но это было минус пачка хп. Если бы мы кидали шаранскую оборону, мы бы набрали целую кучу щита. Эти бомбы все равно бы снесли всякую мелочь, нанесли бы большой урон Пеглину. При этом мы бы не отхватили сами. Но, в принципе, я не думаю, что это большая проблема. Если что, мы отхиляемся. Типа, денег дофига, одевать их некуда особо. Поэтому вообще пофигу. Главное, чтобы у нас неадекватно себя шарики не вели на боссе, но, по-моему, мы проходим игру вперед ногами. Опять же, вот, я говорю, некоторые там смеются, там, мол, смеялись, точнее. Ну, недавно смотрели канал, например, да, что-то такое еще, что я там, типа, говорю, что легко или любой Шармагеддон можно пройти. Там, потому что на низких играешь. Ну, вот уже девятый я прохожу с тем же успехом, что и нулевой абсолютно. Никакой разницы нет. Ну, типа, у тебя процент забегов и процент, как бы, имбища, он в любом случае будет снижаться. Но ты все равно игру вперед ногами будешь проходить просто траями. И дальше будет то же самое. И в том числе за Круглодина, кстати говоря. Я не знаю, он типа щиты берешь, имбище. Реликса старт не работает, но он так легко раскрывается, так и выигрывает из-за реги легко. Что вообще жесть. Так много статов дает. Две эрки на стол. Давай сюда, лишними не будут. Пойдет более чем. Так, можно, конечно, на магазин пойти, блин, так хочется на магазин, потому что деньги, денег много, но и на элитку интереснее. Хотя элитка может засадить, на самом деле, перед боссом. Там и сундучок, давайте на элитку пофигу. С сундуком. Если что, выхиляемся по дороге, надеюсь, что призрак не попадется. Вот обидно будет призрака встретить, потому что я не смогу на нем щиты собирать особо. Не настакать, он мне снимет половину хп как минимум точно. Но при этом я думаю, что... О, кстати, порох же. Порох это релик халявный здесь. Плюс один, плюс ноль, отлично. То есть мы получили сейчас и покоритель шпиля, который даст мне два круглицы со старта теперь из-за того, что у меня есть гантель. И гантель нам позволяет, да, стакать целую тонну вообще всего. Кидаем просто щит и чекайте мои статы. 8 круглиц с броска, 10 уже. И это еще далеко не все. 14 щитов целая тонна. Вот это типичный Круглодин. И кто мне скажет, что вот такие забеги, которые они будут регулярно тебе такие выпадать, не пройдут легко 15 Шармагеддон, например. Интересно, какие усложнения будут дальше разработчики делать, например. Вообще не представляю, что там еще добавлять такое. Ну, хотя нет, представить могу вполне. 34, 36 щитов. Ну, вот типичный бросок. 40 круглицепсов и 144 щита было. Да, мы потеряли часть щитов. Но у меня теперь статы 46 на 6. Ну, конечно, сейчас я в крит попаду и будет 46 на 4. Почему 46 на 6 сказал, кстати, я не знаю. Есть вообще 45. Ну, короче, неважно. Есть ёшкин шар. Блин, занимайся чисто. Удалить стол и вынести всех врагов, да, попытаться. Значит, смотря страшно, потому что он реально может удалить стол. Он, во-первых, плохо сочетается с подарочком, он удаляется 4 сразу же. Во-вторых, если бомбы взорвутся, он зачитает урон бомб себе, он удалит 4, которые взорвала бомба. Если так, он может мне кубы все взорвать моментально. Но я не буду рисковать, наверное, так. Не думаю, что стоит. Это дает тебе один щит за каждый щит на доске при после атаки, точнее, да? Ну, мне это все тоже не надо. Можно усилять, камушек апгрейдить? Ну, давай, допустим, я не знаю. Ну, хильнемся еще на всякий пожарный, потому что впереди будет элитка уже, возможно. Если это будет призрак, то мне придется разгоняться некоторое время явно, поэтому... Я не смогу щиты стакать, у меня нет какого-то плоского эффекта. Чтобы дамажить его сразу легко халявно. Еще один пеглин. А вот теперь у меня идут шаранская оборона. Правда, она без раздвоения, собственно, ну, не страшно, и так будет нормально. До этих, правда, не достал, до этих бомб, но. Ползи, ползи. Есть, хорош. Ну, 57 щита, 60 щита. Не самый лучший бросок, но вот. Круглодин. При этом я считаю, что его все равно нужно менять, потому что он совершенно не гибкий. И требует от себя чисто всегда играть примерно одинаково. При этом его легко собрать вот так вот, потому что у него достаточно много опций, где найти тебе
щиты, либо найти круглицепсы. У него очень сильные варианты разгона. Таких, которые других персам вообще не снились даже. Шарик за роликом. Это удалить все щиты и нанести целую тонну урона. Ну, вроде и можно взять, а вроде не так уж прям нужно, на самом деле. Кусяшар, молния. Не надо вроде бы. Снова два крита. Вы переживете смертельный урон в бою и нележащий камень. Нележащий камень не работает вовсе. Не с чем. Счастливая монетка — это два обновления стола, но надо ли мне это? Потому что он будет критовать постоянно, урона не будет вообще тогда, будет теряться он. Давайте поиск концентрации. И как-то надо, чтобы у Круглодина, собственно, что-то с критами у него думать, потому что, ну, типа, у него на криты ничего не работает, они его встречаются, а как бы не особо нужны, потому что ты... Ну, типа, если ты хоть как-то реализуешь стартовый релик, то у тебя круглицепсов будет больше. Потому что щиты тебе тоже дают круглицепсы. Даже если ты играешь через щиты и через криты пытаешься играть, то ты будешь играть через щиты и круглицепсы все равно, все-таки, в итоге. Так, 57 хп, я не знаю, вроде можем взять этот релик, да? А вроде не то, что прям нужно мне. Типа, как будто бы пофигу. Не буду брать. Мало ли, что там произойдет. Вот на элитке на вот это вот можно засадить, если это будет призрак. А это призрак. И, кстати, смотрите-ка, три эрки сразу на стол. Приятно весьма. Давайте сбрасываем, кидаем парный шаршик, потому что у них больше шансов попасть. Оп, хорош. Еще эрка. Магнит здесь будет помогать, кстати, тоже весьма. Так, кидаем раз. Так себе полетело. Не знаю, зачем я сбрасываю туда-сюда, на самом деле, что у меня смысла нет. Я все равно щиты не наберу ничем. Мы за обновление стола тоже стакаем себе круглицепсы. Опять же, у нас есть брокколи. Но увидите, да, что он делает. Это, блин, просто сратишь какой-то моб. Элитка. Ох ты, блин, не примагнитила она делать, что получится. Не получилось. Оп. Блин, он заменил на бомбу. Ну что с ним делать, а? Этот враг просто контрит разные билды, потому что он не позволяет себе ни стакнуть щиты, ни разогнаться, ни наносить какой-то урон, ни что-либо еще вообще в принципе. Крутой дизайн. Но при этом, когда ты разогнался, ты берешь его и шотаешь. Вот так. Ну почти шотнул. Здесь крит сработал неудачно. А, ну две бомбы зато еще. Один хп! Урона столько, сколько нужно, чтобы не добить элитку, да и отхватить от нее. Ну ладно. Давайте кидаем щиты, чтобы после боя отхиляться на 4 еще дополнительно. Вот я этого и опасался как раз таки. Именно поэтому я не взял себе адский слиток. Потому что элитка могла засадить. Она засадила. Именно это и попалось. Да, Шранский ворон, ладно. Возьмем и улучшим ее. Сфербул, наверное, не будем брать. Шарабиру тоже не будем. Все, поехали так. Это что такое? Peace of mind. Кусочек разума или что-то такое, я так понимаю. Whenever you lose last bulwark. Так, это, короче, когда теряешь последний щит, дает себе один баланс, аж равновесие, то есть. Ну. Рюкзак героя, короче. У нас там есть одинаковые шары немножечко. Пофигу. Он хоть что-то будет делать, а эта штучка, она вряд ли сработает. Я, скорее всего, быстро наберу себе щиты и не буду допускать их падения. 78 хп, но при этом мы должны снести их легко абсолютно. Парный шарш не будем кидать, у нас идут целая куча всяких защит подряд, лучше будем кидать их. Даже неудачный максимальный бросок, 23 щита, и мы разгоняемся. И у этого перца есть в обычных реликах, в обычном качестве реликов, есть... Вот, просто бац, взорвали этот самый. Есть этот самый, как его, есть гантель, дополнительный вес, который можно со старта находить. Рано или поздно будешь находить, эти забеги могут быть потенциально вообще дикой бовейшими. У меня такие, собственно, тоже бывали. Просто кидай, как кидается. Не кидаешь совсем там бездумно, да? И вот тебе. Он почти каждый раз показывает такую лютую сломанную жесть. Типа, сколько у меня забегов было, где Круглодин показывает такой забег, который вот дает огромное количество статов. И дело не в том, что я играю на каком-то конкретном Шармагеддоне. Он на любом бы такую дичь творил. Главное, чуть-чуть вначале придержаться. Давайте Аволиба, о, как его, Шаранского оборона, а потом кинем око самоурона. Целая куча щитов тоже. 140, 143. Никто не имеет и близко такого лютого разгона халявного просто из воздуха. Тонна целая. Так, и... Они тогда по 125 себе рефлектуют, так нормально, даже тут нам больше были первые, соответственно. В принципе, тоже неплохо себя лупят. Так, давайте ждать, наверное, вот этого куба, потому что наверх я не хочу кидать, там крит есть. А вот здесь есть эрочки. Есть бомбочка одна. 5000 урона, 7000 урона.
Око самоурона, око просто убийство кубов. 12 тысяч дамага, на, держи просто, халява вообще. Ой, оно же не летит на... Оно же, подожди. Оно летит только по земле, что ли? А я что-то думал, что его можно и так кинуть, вертикально типа. Ну, не вертикально, а по диагонали. Не знаю, почему я так думал. Ну ладно, хрен с ним. Давайте дальше так. Сколько у меня было забегов, где круглый один показывают такие вот огромные статы просто вот легко. Дофигище. Я думал, что здесь и сапер тоже не было бы проблемы, слово, да, если говорить о самых противных врагах, о самом противном боссе третьего этажа. Все равно мы на нем тоже щиты смогли бы набрать вполне себе. Там хоть 4 не очень много, но хватило бы. Просто все. Новый релик открыли, око самурона у нас было открыто. Вот такой вот мега хороший, мощный забег. Боссов будет дальше, у нас больше урона, но следующая серия будет еще за шарантюриста. Как-то так, да? Кстати, странно, что до сих пор вот этот апдейт, который у меня сейчас, да, он... 0.49.49, который вот этот, да, он до сих пор в бета-экспериментальной ветке в этой. Долго уж достаточно, предыдущий апдейт, по-моему, быстрее выходили гораздо. С рыцарем сегодня встретились. Рыцарь с рыцарем, скажем так, да, встретились, получается. Я показал, кто здесь главнее, да, хотя на самом деле он мне продамажил достаточно сильно все равно. Опасный враг, но на самом деле в среднем, наверное, призрак может даже быть страшнее. Он реже будет тебе убивать забеги, возможно, но он чаще будет снимать тебе там для половину хп, например. Такое может быть. Даже в таком забеге, например. Сейчас вот под конец, например, мне бы рыцарем встретили, было бы вообще изи. Хотя рыцарь это редко типа второго этажа. Хоть у него хп в 4 раза больше, чем у призрака. Ну, короче, да. Там свои особенности у каждой литки. И на рыцаря еще предстоит посмотреть, то, что он же явно не зря для тебя к тебе подходит. Надо найти массу... О, не массу урон, а направленный урон какой-нибудь. Что он будет с ним делать? Наверное, он будет как-то поднимать щит и бить тебя, типа... Бить тебя этим зеркалом. Я не знаю. Ждем, естественно, всрать и шильку на первом этаже. Ждем элитного... как его? Зеркало босса, да, ребят? Чтоб просто вот прям по полной программе было. Здесь прям полный... мазохизм был играть на постих Шармагеддонах, чтобы уж точно настрадаться. И постепенно движемся, прогрессируем, идем дальше. Огромное спасибо еще раз Карвалолу с донатом суммарно 6332 рубля. Огромная поддержка, большое-большое спасибо. Не стесняйтесь, если что, писать, общаться в Дискорде, под видео тоже. Я не кусаюсь, если меня не кусают, собственно, первым. Ну как, не кусаюсь, вы поняли, да. Всем кусь, это не в счет. Огромное спасибо за поддержку, мне это очень-очень ощутимо, очень-очень крупная, большая сумма. Надеюсь, что нравится контент, возможно, понравятся какие-то из новых игр в том числе. Вот как-то так, в общем-то. Пишите свои мысли, ребят, касаемо серийки, касаемо тем, которые я сегодня обсуждал. Оставляйте комментарии. Спасибо всем, кто смотрел видос в принципе. Надеюсь, что вы хорошо провели время, ребят, зарядились долей позитива. Подписывайтесь на канал, если так, мне будет очень приятно. Вступайте в группу ВК, на сервер Дискорде, типа, общаться, собственно. А я желаю, ребят, всем хорошего настроения, такого же дня, всем удачи, новых встреч. Не болейте, всем позитива, добра, всех кусь и всем пока. Пока. Вот так красиво проговорил даже, симпровизировал.